Подмосковные полицейские задержали в Малаховке мужчину, подозреваемого в сбыте 1,5 килограммов героина. У одного из домов на Касимовском шоссе для проверки документов инспекторы ДПС остановили автомобиль. При беседе с полицейскими 34-летний водитель иномарки сильно нервничал. Сотрудники госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины был обнаружен сверток с порошковообразным веществом. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу межмуниципального управления МВД России «Люберецкое». Согласно заключению, сделанному в экспертно-криминальном центре, в составе изъятого свертка общим весом более 1,5 килограммов содержится героин. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.